Чигири нуждается в новой школе, так решили амурские власти. Это связано с тем, что село разрастается. Добавился новый микрорайон, построенный для подтопленцев, в котором насчитывается около 65 домов. Единственная школа в Чигирях не в силах справиться с наплывом учеников. Для участия в федеральной программе строительства новых школ необходимо проведение предварительных работ. В целом и по Благовещенску также наблюдается нехватка мест в классах. В числе перегруженных считаются школа номер 11 и номер 22. В этом году первый раз за парты сядут 2800 детей. Это почти на 300 учеников больше, чем в прошлом году. При этом число обучающихся в 10-х классах осталось на уровне прошлого года и составляет 940 человек.